வந்தேகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீ யுதா பதகமலம் ஸ்ரீ குரும் சகனாத்தம் சீவம் சாத்தைத்தம் சாவதூதம் பரிஜனாசஹிதம் கிருஷ்ணா சைதன்யதேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ணபதம் சாதனலலிதா ஸ்ரீ விசாகான்விதாம் கிருஷ்ண சைதன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர சிவாசதி கௌர பந்தம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீதாசதி ஸ்ரீகிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்தாத்தைதாசதி ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ஹரே
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Харе Кришна, дорогие преданные, хорошо ли меня слышно? Харе Кришна, хорошо, Махараш. Так, сегодня мы продолжаем читать про Прабхупада Лиламриту. После меня тогда Баядити. Ананда Севия. Лила Махини, Садви Гаури, Шака Каруна, Галина Жизневская, Галина Катко, Павлина, Саки Кара, Светлана, Шимати Эльмира, так, Приманджана, Прабо. Евгений Олег. Ом намо Бхагавате Васудевая, Ом намо Бхагавате Васудевая, Ом намо Бхагавате Васудевая. Мать Абая хотела, чтобы в будущем он стал английским адвокатом. Для этого необходимо было пройти обучение в Лондоне, и один из близких родственников Маликов поддерживал ее в этом. Но Гор Махан и слышать об этом не хотел. Он был уверен, что если Абай отправится в Англию, то европейская мода и манеры плохо повлияют на него. Он научится пить спиртное, волочиться за женщинами, говорил Гормахан, а деньги его мне не нужны. У Гормахана был свой план, и он приступил к его осуществлению, когда Абай был еще совсем маленьким. Он нанял профессионального мастера игры на мриданге, чтобы тот научил Абая традиционным ритмам для сопровождения киртана. Раджани отнеслась к этой затее скептически. «Чего это ради? Ты учишь такого малыша играть на мриданге? Все это ерунда». Но Гормахан мечтал о том, чтобы его сын пел баджаны, играл на мриданге и читал лекции по Шримад Бхагаватам. Когда Абай садился за мридангу, он вытягивал свои маленькие ручонки насколько мог, но они все равно едва доставали до мембран на противоположных концах барабана. Ловко вращая кистью правой руки, как учил его наставник, он быстро бил по мембране пальцами, извлекая высокий звук. Ти-ни-ти-ни-та. А затем открытой ладонью левой руки ударял по левой мембране. Бум-бум. С годами он постепенно освоил основные ритмы, и Гормахан был очень этим доволен. Передаю слово. Хари Кришна Махарадж, Хари Кришна преданный, примите мои поклоны. Абхай был любимым ребенком и отца, и матери. Добавок к его детским именам, таким как Моти, Нандула, Нанду, Коча, бабушка его звала Качори Мухи из-за его любви к качори, жареным пряным пирожкам с овощной начинкой. Когда мама или бабушка давали ему качори, он набивал ими все карманы своей маленькой жилетки. Он обожал смотреть, как лавочники готовят прямо на оживленной улице, и принимать от них и от соседей качори в угощении, пока все его наружные и внутренние карманы не наполнятся до отказа. Порой, когда Абхай требовал у матери качори, та отказывалась их готовить. Однажды ей пришлось уложить его в постель, чтобы он не приставал к ней. А когда Гор Махан вернулся домой и спросил, где Абхай, Раджани объяснила, что он был слишком назойлив, и его пришлось отправить спать, оставив без качори. «Нет, мы не должны их ему приготовить». «Нет, мы должны их ему приготовить», — ответил отец. Он разбудил Абхай и сам нажарил для него пури и качори. Гор Махан всегда был снисходителен к сыну и следил за тем, чтобы тот получал все, что хотел. Когда Гор Махан приходил вечером домой, он обычно съедал немного воздушного риса. И Абхай иногда тоже садился рядом с отцом и ел воздушный рис. Передаю слово. Хари Кришна, дорогой Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны.
Однажды Гурмахан за 6 рупий купил Абхаю пару туфель, привезенных из Англии. Один из друзей Гурмахана, который регулярно ездил в Кашмир, каждый год по его просьбе привозил для Абхая подарок — кашмирскую шаль ручной работы с красивой каймой. Однажды на рынке Абхай увидел игрушечный пистолет и стал просить, чтобы отец его купил. Отец отказался, и Абхай заплакал. «Ну ладно, ладно», — смягчился Гурмахан и купил пистолет. Однако Абхай немедленно потребовал еще один. «Так у тебя уже есть пистолет», — удивился отец. «Зачем тебе второй?» «Чтобы в каждой руке было по пистолету», — закричал Абхай, лег на землю и начал бить по ней ногами. Успокоился он только после того, как отец согласился купить второй пистолет. Мать Абхая, Раджани, родила его, когда ей было 30 лет. Как и ее муж, она принадлежала к старинному роду Гаудия Вайшнава. Цвет ее кожи был темнее, чем у Гурмахана, и она, в отличие от него, обладала горячим нравом. Абхай видел, что мать с отцом живут в мире и согласии. Между ними никогда не было серьезных семейных конфликтов или скрытого недовольства друг другом. Раджани была идеальной женой в традиционном ведическом понимании, целомудренная и религиозная. Она всю себя отдавала заботам о муже и детях. В Индии подобное было в порядке вещей. Абхай видел, как просто и трогательно мать пыталась уберечь его от беды молитвами и обетами. Прежде чем выпустить Абхая гулять, мать, одев его, смачивала слюной свой палец и прикасалась им к его лбу. Абхай не понимал, в чем смысл этой процедуры, и поскольку она была его матерью, он покорно стоял перед ней, словно собака перед хозяином, пока она не выполняла свой ритуал. Передаю слово. Хари Кришна, примите, пожалуйста, поклоны, дорогие махарадж, преданные. Как и для Гурмахана, для Раджани Абхай был любимым ребенком. Но если муж ее проявлял свою любовь к Абхае в форме снисходительности, мечтая сделать из сына святого, то любовь Раджани выражалась в попытках оградить Абхая от всех опасностей, болезней и смерти. Как-то раз она даже поднесла кровь из своей груди одному из полубогов, прося защитить Абхая от всех опасностей. Сразу после рождения Абхая она дала обет есть левой рукой, пока ее сын не заметит этого и не спросит, почему она ест не как все. Когда, наконец, маленький Абхай действительно спросил ее об этом, она тотчас же прервала свой обет. Обет Раджани был еще одним способом защитить ребенка. Она верила, что благодаря ему Абхай будет благополучно расти. Не спросил он ее, она и дальше бы ела левой рукой, чтобы Абхая продолжал находиться под защитой ее обета. Чтобы обезопасить Абхая, она надела ему на ногу железный браслет. Приятели спросили Абхая, зачем он его носит. И тот смущенно пошел к матери и потребовал, сними этот браслет. Она сказала, сниму только попозже. Но Абхай начал плакать и кричать, нет, сейчас же. Однажды Абхай проглотил арбузное семечко, и друзья сказали ему, что теперь у него в животе вырастет арбуз. Он испугался и побежал к матери, и та успокоила его, пообещав прочитать защитную мантру. Передаю слово. Хари Кришна, поклона. А Шрила Прабхупада, мама Ишода по утрам повторяла мантры, чтобы защитить Кришну от всяких опасностей в течение дня. Когда Кришна убивал какого-нибудь демона, она думала, что это произошло лишь благодаря ее защитным мантрам. Моя мать тоже делала так, оберегая меня. Раджарани часто водила Абхая на Гангу и сама его купала. Она давала ему хорликс, лекарственную добавку к пище. Однажды Абхай заболел дизентерией, и она вылечила его горячими пури и жареными баклажанами с солью. Когда Абхай болен, он подчас проявлял особое упрямство. Когда Абхай болел,
он подчас проявлял особое упрямство, отказываясь принимать любые лекарства. Но мать была не менее решительна и насильно вталкивала лекарства ему в рот, хотя для этого иногда требовалась помощь трех человек, которые держали Абхая. Передаю слово. Хари Кришна. Сатви Гаури, да, мы пропустили. Будете читать, Сатви Гаури? Да, да, меня слышно. Алло. Очень слабо слышно. Практически не слышно. Меня слышно? Алло. Теперь слышно. Простите, пожалуйста, дорогие преданные. У меня наушник просто был, видимо, не сработал. Шрила Прабхупада, я был очень непослушным ребенком. Я все ломал. В гневе я бил стеклянные трубки от кальянов, которые отец держал для гостей. Однажды моя мать пыталась искупать меня, но я, сопротивляясь, ударился головой о землю так сильно, что потекла кровь. Прибежали люди и сказали: «Что ты делаешь? Ты же убьешь ребенка». Абхай был рядом с матерью во время садхахотры, церемонии, которую совершают женщины на 7-м и 9-м месяце беременности. После омовения Раджани надела новую одежду и вместе с детьми наслаждалась пиром из любимых блюд, а ее муж раздавал подарки местным браманам, повторяющим мантры для очищения матери и будущего ребенка. Передай слово. Хари Кришна, спасибо. Хари Кришна, Махарадж, дорогие преданные, примите поклоны. Абай полностью зависел от матери. Иногда она надевала на него рубашку задом наперед, и он безропотно это терпел. Будучи порой страшно упрямым, Абай все равно чувствовал свою зависимость от нее. Когда ему нужно было сходить по нужде, он начинал подпрыгивать рядом с матерью, дергая ее за сари и повторять: «Писать, писать, кто же тебе запрещает?» – удивлялась Раджани. «Конечно, иди». Только после этого Абай шел в туалет. Когда у Абая выпал первый молочный зуб, Раджани посоветовала ему перед сном положить зуб под подушку. Абай так и сделал, но утром зуб исчез, а на его месте лежали деньги. Абай отдал деньги матери на хранение, но потом, когда мать в очередной раз отказывалась исполнить его каприз, он требовал: «Я хочу, чтобы мне вернули деньги. Я ухожу из дома. Отдавай мои деньги». Раджани обычно просила своих дочерей заплетать ей волосы в косу. Но если в этот момент рядом находился Абай, он требовал, чтобы это дело поручили ему, и поднимал такой шум, что сестры вынуждены были уступить. Однажды он, подражая обычаю индийских женщин, покрасил подошвы своих стоп красной краской. Мать пыталась остановить его, говоря, что это не для детей, но он настаивал: «Нет, я тоже». Абай не хотел ходить в школу. «Зачем идти туда?» – думал он. «Лучше весь день играть». Спасибо, передаю слово. Хари Кришна, дорогие Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны со славшей Шриле Прабхупаде. Когда мать пожаловалась на это Гуру Махану, Абхай, уверенный в том, что отец будет снисходителен к нему, сказал: «Нет, я пойду завтра». «Хорошо, он пойдет завтра», — сказал Гуру Махан. «Ничего страшного». Но на следующее утро Абхай заявил, что плохо себя чувствует, и отец снова оставил его дома. Раджани сердилась, что мальчик не хочет учиться, и наняла человека, который за 4 рупии отводил его в школу. Этот человек, которого звали Дамодарой, обвязывал Абхая вокруг пояса веревкой. Такое обращение с детьми было в порядке вещей. Вел его в школу и передавал учителю. Если Абхай пытался сбежать по дороге, Дамодара подхватывал ее и нес на руки. После нескольких таких прогулок под охраной Абхай начал ходить в школу сам. Хари Кришна, передаю слово. Хари Кришна, дорогой Махарадж, дорогие преданные, примите поклоны. Абхай был внимательным и спокойным учеником, но случалось и озорничал. Однажды, когда учитель дернул его за ухо, Абхай столкнул на пол керосиновую лампу и устроил пожар.
те дни любой, даже простой, неграмотный крестьянин знал наизусть отрывки из Рамаяны, Махабхараты или Бхагаватам. Часто, особенно в деревнях, люди по вечерам собирались послушать чтение этих писаний. Иногда вечером вся семья Гору Махана отправлялась в дом дяди Абхая за 15 километров, где их родственники собирались, чтобы послушать о трансцендентных играх Господа. А по дороге домой они обсуждали услышанное, и ночью им снились сцены из Рамаяны, Махабхараты или Бхагаватам. Часто после дневного сна и омовения Абхай бегал к соседям, где рассматривал черно-белые иллюстрации к Махабхарате. Каждый день бабушка просила его читать ей бенгальский перевод этой поэмы. Так, разглядывая картинки и читая вместе с бабушкой, Абхай усваивал Махабхарату. Хари Кришна, спасибо, передаю слово. Хари Кришна, уважаемый Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Товарищем Абхая по детским играм была его младшая сестра Баба Тарини. Они вместе ходили смотреть на божества Радхи и Говинды в храме Маликов. А если вдруг в игре возникали какие-то трудности, они молились Богу, прося его о помощи. «Кришна, пожалуйста, помоги нам запустить этого воздушного змея!» кричали они на бегу, пытаясь поднять бумажного змея в воздух. Игрушки Абхая состояли из двух пистолетов, заводной машинки, механической собачки, которая могла танцевать, и коровы, подпрыгивающие, если нажать на соединенную с ней резиновую грушу. Собачку Абхай получил в подарок от доктора Боуза, семейного врача, когда тот лечил небольшую рану у Абхая на боку. Сам Абхай любил иногда поиграть в доктора и выписывал друзьям лекарства, которым была простая пыль. Любимым праздником Абхая была Радхаятра, Господа Джаганатхи, которую ежегодно проводили в Калькутте. Малики устраивали самую большую в городе Радхаятру с тремя отдельными колесницами, на которых восседали божества Джаганатхи, Баладевы и Субхадры. Выехав из храма Радхи Говинды, колесницы проезжали немного вдоль по Харисам Роуд и возвращались обратно в день праздника. В день праздника малики раздавали много просады от Господа Джаганатхи. Вот передаю слово Хари Кришне. Светлана, будет читать? Да, буду, я просто перепутала. Так, вам торжества посвящены. Ой, Хари Кришна, ваше святейшество, Хари Кришна, дорогие преданные, примите мои почтительные поклоны, вся слава Шрили Прабхупаде. Торжества, посвященные Радхаятре, отмечаются во многих городах Индии. Но главное, изначально Радхаятра – праздник, на который в те дни ежегодно съезжались до полумиллиона паломников. Проходит в Джаганатхапуре, где в городе, расположенном менее чем в 500 километрах к югу от Калькутты. Радхаятра отмечается в Пуре на протяжении столетий. Во время грандиозного трехкилометрового шествия во знаменование одной из вечных игр Господа Кришны толпы людей тянут три деревянные колесницы высотой около 15 метров каждая. Абхай слышал, что 400 лет назад на праздник Радхаятры в Пури в экстазе танцевал и пел Хари Кришна сам Господь Чайтанья. Иногда Абхай ходил смотреть расписание поездов на вокзале или интересовался стоимостью билетов до Пури и до Вриндавана, мечтая когда-нибудь накопить денег и отправиться туда. Абхаю хотелось иметь свою колесницу и самому как-нибудь провести Радхаятру. И он, конечно же, обратился за помощью к отцу. Гаур Махан согласился, но, посетив вместе с сыном несколько столярных мастерских, понял, что постройка колесницы ему не по карману. Когда им пришлось возвращаться домой ни с чем, Абхай заплакал, и к нему подошла пожилая бенгальская женщина и спросила, что случилось. Гаур Махан
объяснил, что мальчик хотел колесницу для Радхаятры, но заказать ее им непосредством. Передаю слово. Харе Кришна, дорогой Махарадж, преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. У меня есть колесница, сказала женщина и пригласила Гуру Махана с сыном к себе, чтобы показать им ее. Колесница была старенькая, но все еще годная к использованию и размера подходящего чуть больше метра высотой. Гур Махан купил ее, привел в порядок и украсил. Они с сыном изготовили 16 опорных колонн и укрепили на них балдахин, очень похожий на тот, что украшает большие колесницы в Пури. А к передку колесницы привязали традиционного деревянного коня с возничим. Абхай настаивал на том, чтобы колесница выглядела строго в соответствии с традицией. Гур Махан купил краски, Абхай собственноручно раскрасил колесницу, подобно тому, как их раскрашивают в Пури. С огромным энтузиазмом Абхай взялся за организацию всей праздничной программы. Он даже собирался устроить по случаю Радхаятры фейерверк, пользуясь иллюстрированным руководством по изготовлению фейерверков. Но тут в дело вмешалась Раджани. Абхай занимал в подготовке и проведении праздника своих друзей, особенно сестру Бхаватарини, и так естественным образом стал среди них лидером. По его настоятельной просьбе соседки, приятно удивленные, согласились приготовить особые блюда, чтобы Абхай мог раздавать на празднике Радхаятры просад. Передаю слово. Спасибо. Харе Кришна, Гуру Махарадж, преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Как и праздник в Пури, Радхаятра Абая продолжалась 8 дней. Вся его семья, а также соседские дети присоединились к процессии. Они тянули колесницу, играли на барабанах и караталах и пели. Одетый по-летнему в одно только тхоти, Абхай руководил хором детей, поющих Харе Кришна, и бенгальский баджан Кикара Рай Камалини. «Что ты делаешь, Шримати Радхарани? Пожалуйста, выйди, посмотри. Крадут твое драгоценное сокровище, Кришна, черная жемчужина. Ах, если бы эта юная девушка знала, что юный Кришна, сокровище ее сердца, покинул ее». Абхай подражал всему, что видел на религиозных праздниках взрослых. Он одевал божества, подносил им пищу, предлагал им арати, масляный светильник и благовоние, кланялся им. Сойдя с Харрисон Роуд, процессия вступила на круговую аллею во дворе храма Радхи Говинды и приостановилась перед божествами. Видя это веселье, друзья Гуру Махана подошли к нему. «Что ж это такое? Ты проводишь большой праздник, а нас не пригласил? Да, это годится». «Да это просто дети играют», — отвечал отец. «Дети играют», — продолжали шутить друзья. «Ты нарочно говоришь, что это детская забава. Ты просто хочешь лишить нас удовольствия». Пока счастливый Абхай был поглощен праздником, Гуру Махан в течение 8 дней оплачивал расходы. Раджани готовила разные блюда, которые вместе с цветами предлагались Господу Джаганатхе. Несмотря на то, что организованная Абхаем Радхаятра была всего лишь детской игрой, пыл и вдохновение, с которыми он проводил праздник, были самыми настоящими. Вся эта Радхаятра, длившаяся 8 дней, держалась на его искренности и энтузиазме. И впоследствии Абхай каждый год снова устраивал такой же праздник. Харе Кришна, передаю слово. Приманджана Прабху. Харе Кришна, дорогой Махарадж, дорогие преданные, примите мои поклоны. А меня слышно? Я в гостях просто преданных. Слышно, да. Когда Абхаю было около 6 лет, он попросил у отца божества для поклонения с первых лет жизни, каждый день наблюдая за отцом, проводящим домашнюю пуджу и за поклонением Радхи Говинде в храме Маликов, он думал, когда же и я смогу так поклоняться Кришне. По просьбе Абхая отец купил для него пару маленьких божеств Радхи и Кришны. С этого дня, что бы Абхай не ел, он сначала подносил это Радхи и Кришне. Подражая отцу и священнослужителям храма Радхи и Говинды, Абхай предлагал своим божествам масляную лампадку и укладывал их спать. Абхай и Бхагаватарини стали преданными слугами своих маленьких Радхи и Кришны, и большую часть времени брат и сестра проводили, одевая их и предлагая им пуджу. А иногда они пели божествам баджаны. Братья и сестры смеялись над Абхаем и Бхаватарини, приговаривая, что поскольку их больше интересует поклонение божеству,
нежели учеба, им не прожить долгой жизни. Но Абхай отвечал, что ему все равно. Однажды соседка спросила у матери Абхая, сколько лет твоему сыну? 7, ответила мать. Абхай слушал с интересом. Он никогда раньше не слышал, чтобы кто-нибудь говорил о его возрасте. Но сейчас он впервые понял. Мне 7 лет. Передаю слово. Спасибо. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Харе Кришна, дорогие преданные. Примите мои поклоны. Помимо занятий в подготовительном классе, на которые Абхая поначалу приходилось тащить силком, с 4 до 7 лет он учился дома с репетитором. Он научился читать на бенгали и начал изучать санскрит. А затем, в 1904 году, в возрасте 8 лет, когда его отдали в бесплатную школу Мати Лала Сила, которая находилась по соседству на углу Харрисон Роунд и Центральной улицы. Это была школа для мальчиков, основанная в 1842 году богатым вайшнавом из общины Суварна Ваник. Каменное двухэтажное здание школы окружала каменная стена. Преподавали там индийцы. Учениками были дети из местных семей Суварна Ваник. Поутру мальчики, одетые в дхоти и курты, выходили из дома и маленькими группами шли в школу. Каждый нес несколько книг и обед. Во дворе школы они разговаривали и играли, пока звон колокольчика не звал их на занятия. Тогда мальчики заходили в здание, где с шумом бегали по залам, носились туда-сюда по лестницам, иногда выскакивая на широкую веранду на втором этаже. Пока учителя не собирали их и не рассаживали на скамейках за деревянными партами. В этой школе детей учили математике, естественным наукам, истории, географии, их родной вайшнавской религии и культуре. Харе Кришна, передаю слово. Спасибо. Харе Кришна. В классах царила строгая дисциплина. На каждой длинной скамье за общей партой с 4 чернильцами сидели 4 ученика. За плохое поведение учитель приказывал ученику встать на скамью. На уроке литературы дети изучали знаменитые народные сказки Бенгалии. Сборник бенгальских народных сказок, которые бабушки рассказывают внукам. Истории о ведьмах, привидениях, духах, колдунах, тантриках, о говорящих животных, о добрых и злых брахманах, о доблестных войнах, ворах, царевичах, царевнах, о духовных подвигах, о верных женах и доблестных мужьях. Во время этих ежедневных походов в школу и из школы Абхай и его друзья понемногу научились, пусть и наивно, по-детски, различать людей, постоянно попадавшихся им на улицах, разъезжали запряженных лошадьми повозках, извозчиков, ханги, подметавших улицы соломенными метлами, и даже местных карманников и проституток, которые стояли на углах улиц. В тот год, когда Абхаю исполнилось 10 лет, по Харрисон-роуд проложили трамвайные рельсы. Но он укладывали рельсы и был потрясен, когда впервые увидел, как движется трамвайный вагон, касаясь автографом электрического провода. День и ночь мечтал он о том, чтобы самому приставить палку к электрическому проводу и поехать по рельсам, хотя электричество было в Калькутте в новинку. Только состоятельные люди могли позволить себе провести его в дом. Все же наряду с трамваем на улицах появились и новые фонари.
которые заменили старое газовое освещение. Хари Кришна, передаю слово. Спасибо. Так, Коля и Тапасия, да, у нас еще? Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, преданные, пожалуйста, примите мои смиренные поклоны, вся слава Шри Прабхупаде. Абай с друзьями ходил по улице и собирал использованные графитовые электроды, которые электрики оставляли под фонарями. А когда Абхай в первый раз увидел граммофон, он подумал, что внутри него сидит электрический человек или дух, который поет. Абай нравилось ездить на велосипеде по оживленным улицам Калькутты. Был заядлым велосипедистом, но бегать не любил, поэтому, когда в школе открылся футбольный клуб, он просился в вратари. Чаще всего он ездил на велосипеде в южном направлении, на Далхаузи сквер, где большие фонтаны сеяли вокруг водяную пыль. Неподалеку находился Радж Баван, дом вице-короля, который можно было увидеть сквозь ворота. Направляясь дальше к югу, Абай проезжал под открытыми арками Майдана, главного парка Калькутты, прекрасным зеленым газоном, простиравшимся к северу от Чоуранги, и величественными зданиями и деревьями английского квартала. В парке тоже было немало восхитительных мест для велосипедных прогулок. Ипподром, Форт Уильям, Иден Гарденс. Майдан находился на берегу Ганги, который здесь называли Хугли. И иногда Абай, возвращаясь домой, проезжал по набережной мимо многочисленных гатов, купален с каменными ступеньками, ведущими вниз, в воде. Часто эти ступени спускались от храмов, возвышавшихся на берегу. Был там и гат, где кремировали тела умерших. А рядом с домом Абхая реку пересекал понтонный мост, ведущий в город Хаура. Спасибо, передаю слово. Хари Кришна, дорогой Махарадж, дорогие преданные, примите мои поклоны. В школе у Абхая был учитель, который иногда занимался с ним уроками дома. Этот человек рассказывал ему о своем гуру, великом йоге, который однажды спросил у него, чего бы тебе хотелось есть. Учитель Абхай ответил, свежих гранатов из Афганистана. И йог сказал, хорошо, загляни в ту комнату. Он пошел в соседнюю комнату, нашел там ветку гранат, увешанную спелыми свежими плодами, словно только что отломанную от дерева. Один йог, приходивший к отцу Абхая, рассказывал, как однажды он сел рядом со своим учителем и, прикоснувшись к нему, благодаря мистической силе гуру, в мгновение ока оказался в Двараке. Гуру Махану не очень нравились так называемые садху, которых в Бенгалии день ото дня становилось все больше. Это были непреданные философы и персоналисты, поклонники различных полубогов, курильщики ганджи и попрошайки. Но он был настолько щедр, что приглашал к себе в дом даже таких шарлатанов. Каждый день Абхай видел много подобных садху в кавычках, но иногда в доме его отца гостили и настоящие святые. От них Абхай узнал о многом, в том числе о существовании мистических. И однажды в церкви Абхай с отцом увидели йога, которую связали по рукам и ногам и посадили в мешок. Мешок крепко завязали, запечатали, положили в ящик, который заперли на замок, и тоже запечатали. Йогу удалось выбраться, однако Абхай не придавал подобным вещам особого значения. Лишь преданное служение, которому его научил отец, поклонение Радхе Кришне и проведение Радхе Ятры, вот что было для него важнее всего. Хари Кришна. Хари Кришна. Ну, вроде все, да, у нас прочитали. Давайте тогда перейдем к обсуждению. Кому что запомнилось? Садвигаури. Хари Кришна, дорогой Махарадж, дорогие преданные, спасибо огромное за чтение, очень нектарное, прям чувствуется, что у Шрилы Прабхупады было очень счастливое детство.
И родители у него такие были, очень-очень вайшнавы прям. И запомнилась очень сильно, конечно, Радхаятра, насколько вот Абхай был погружен в этот праздник, и как родители были, ну, так тоже включены, не отнеслись к этому как к детскому какому-то, ну, увлечению, очень серьезно отнеслись, мама готовила, папа тоже оплачивал все это. И даже соседские женщины в этом участвовали. Вот, и запомнилось, что Абхай, когда пошли со своим отцом покупать, ну, заказывать колесницу, у него не хватило денег, и Абхай заплакал. И как вот женщина, которая их встретила, пожилая, она, ну, вот, из этого эпизода можно видеть, какие добрые люди были раньше, насколько простые, добрые, и вот эта вот ихняя вся жизнь такая простая, и слушаешь, думаешь, вообще зачем что-то было менять, вот ничего не надо было менять, так люди жили счастливо, все было очень просто, спокойно, тихо и возвышенно. Вот, и то, что отец вот купил у нее вот эту вот старенькую колесницу, ну, хорошую, они там вместе ее раскрасили. Ну, то есть это так вот прям все удивительно, как вот сейчас люди живут, и как дети сейчас воспитываются, и как вот это воспитывали детей, ну, буквально там совсем там 100 лет, да, назад. То есть большая, огромная разница. И, конечно же, люди, ну, из таких детей вырастали хорошие, благородные, чистые, святые люди. Вот. И это очень-очень впечатлило вот лично меня. Спасибо большое. Сейчас я пока на обзвоне. Планируем завтра с Парипурной сходить здесь, в Орехово, на Санкиртану. Вот. И дай Бог, чтобы все получилось, потому что постоянно какие-то препятствия, то в здоровье, то еще в чем-то. Ну, я думаю, ну, у нее вот с детьми там получается тоже не всегда получается выходить. Но так или иначе, надеюсь, что все-таки сможем сходить и распространять здесь книги в Орехово. Давно не ходили. Спасибо еще раз. Хари Кришна, мои поклоны примите, пожалуйста. Хари Кришна, ну, хороший вам санкиртаны. Спасибо. Спасибо большое. Радханама, да? Хари Кришна, Махарадж. Очень запомнилось и понравилось, что Шрила Прабхупада, он был маленький из характера, вот, и когда его, он не хотел ходить в школу, его привязывали, водили на веревочке, сумбу наняли, чтобы он водил его в школу, он мог все разбивать, крушить, вот. И вот этот характер, он на всей жизни, вот, Шрила Прабхупада с детства, вот, то есть, что в детстве, в принципе, то на всю жизнь, в общем, этот характер, он отражается, упрямство и такое упорство. Вот, потрясающие родители, и Егор Махан, у него такое мягкое сердце было, что он приглашал в дом всех там и мошенников, и святых, и всех кормил. Такое большое сердце у него было. Вот. Также вчера провели харинаму в городе Анапе. Мне дали книжки распространять, вот, и у меня вообще книжки не брали. Мне было так тяжело, я так молилась, не знаю, всем святым, всем сангиртанщикам мира, не знаю, просто вот не берут книги, и все. И в какой-то момент там намакиртан был, и он ему тележку дали катить с книгами. Он шел грустно, я говорю, ну, ты, говорю, тележку передай, если устанешь старшим, пусть они катят, а ты, ну, отдыхай. И он такой подходит, говорит, мама, что, тебе книги не берут? Я говорю, не берут. Он говорит, давай мне книги, я буду распространять вместе с тобой. Такой поддержал. Взял книги, пошел, ходил, распространял там. Ну, у него тоже чуть не очень брали. Ну, какой-то день вчера такой был. Вот, ну, мне так приятно было. Говорю, спасибо тебе большое, говорю, за поддержку. Говорю, потому что, я говорю, в какой-то момент я расстроилась. А потом ты подошел, меня поддержал. Говорю, и мне потом стали книги брать.
Ну и также я много проповедовала людям, которые директора кафе местных. Они там армяне, а мне с армянами хорошо получается разговаривать. И они мне все время спрашивали, говорят, мы много лет видим ваши харинамы, расскажите, что это такое. Я им проповедовала, ну и в то же время я объясняла, что у меня время, оно ограничено. Им было очень интересно, они с благодарностью слушали. И там такая история была, подошла к четырем парням, таким лет по 25, стала рассказывать про славу Бхагавадгиты. Вот, и один или два заинтересовались, но другие были очень-очень против, они прям чуть ли не Иегова так, и так как одни были против, а другие, а те не решились взять, ну, то есть они не хотели идти против, как бы, друзей, и они так просто нейтральную позицию заняли, и потом еще четыре подошло, парни тоже к ним, и они стали, ну, в общем, прикалываться, и говорят, девушка, давайте мы вам погадаем, я говорю, ну, давайте, и они такие... Вас ждет 3 года условно, типа там, и вас посадят на 3 года, ну, за распространение, в общем, литературы запрещенной, ну, как-то так гадают мне. Я говорю, а теперь давайте я вам погадаю. Я говорю, вас ждет старость, рождение, болезнь и смерть, говорю, если вы не приобретете эти книги. Вот. И они так тоже засмеялись. Ну, и потом я им тоже немного рассказала о карме, реинкарнации. Ну, они задумались, книги не взяли, вот, но они задумались и, по крайней мере, стали уважать. Вот, ну, в общем, проповедовала, просто рассказывала, ну, и немного книг там, 8 книг распространила. Вот, Хари Кришна, Махарадж, поклон. Хари Кришна, спасибо за нектар санкиртана, хороших вам харинам. Рач, мы еще вчера, знаете, после харинаму один раз и Прабху был день рождения, и мы приехали к нему на день рождения, все харинамы как ввалились прямо в его дом, и там тоже киртан пели. Нектар, нам столько просада было много. О, Хари Кришна. Хари Кришна. Он был очень счастлив. Хари Кришна. Хари Кришна, Махарадж преданный. Мне вот тоже запомнилось очень про Радхаятру, что отец Шрили Прабхупаде все организовал, когда он маленький был. И вообще, что, ну, он очень хотел сделать сына святым, нанял ему учителя, который на мриданге его учил играть. Вот. И, а мать проявляла свою любовь к сыну, что она всякие защитные мантры читала на его здоровье. Вот. И обеты там всякие разные придумывала, вот, не ела там одной рукой, пока Абхай не спросит. В общем, ну, правда, у Шрилы Прабхупады очень такое счастливое детство было, вот, ему разрешали, отец хотел, чтобы у него все было, что он хотел, даже пистолеты ему купил, вот, ну, и кормили качори, вот, ну, это вдохновляет, вот, что Радхаятра, да, 8 дней она длилась, и потом Абхай, он каждый год Радхаятру устраивал, что, ну, вот это, ну, всех вообще там задействовал в Радхаятре, соседи все пришли, отец все оплачивал, вот, а мама там все готовила, в общем, так мило, вот, и что как раз еще отец купил ему божества Кришну с Радхой, и они сестренкой служили. Вот, все, Прабхупада копировал все, как делали другие вайшнавы. Вот, но действительно, ну вот, отец ему дал все, вот, ну, духовное детство, вот это вот, ну, так вот закладывается, ну, понимание, как вообще преданные своих детей должны тоже прививать вкус, да, вот, как относиться к детям. Вот, и еще вот запомнилось, что Шрила Прабхупада, он любил велосипеды и везде на велосипеде ездил.
Вот, и он очень бегать не любил, и он поэтому, когда, ну, пошел в футбол там, то он встал на врата, вратарем стал, вот, у него такая была, вот, и да, тоже про отца, что он тоже кормил садху разных, вот, всех, кто даже был в садху в кавычках, ну вот, все равно всех кормил, вот, но Шрила Прабхупада, он был очень, ну, все это видел, вот, и поэтому то, что его преданности отец научил, вот это только применял, вот, ему неинтересно было, как йоги там, ну, мистическими силами всякими обладали, вот. И вот истории тоже с Санкиртаном могу рассказать. Вчера встретился парень, он меня такой увидел, говорит, ой, говорит, привет. Ну, был очень рад видеть, вот. И, ну, я поняла, что мы знакомы, не помню, конечно, его уже внешним. Вот, он говорит, я читаю, говорит, твою книгу, говорит, которую ты мне дала. Правда, я, говорит, редко читаю, я очень много работаю, но вот, ну, читаю, когда есть возможность, вот, и все хочу как-то вот все, как ты мне рассказывала, на программу попасть, прийти, но, говорит, вообще не получается пока. Я говорю, ну, ладно, говорю, ну, если есть желание сильное, то обязательно получится. Вот, там с ним поговорили, говорю, чем занимаешься? Говорит, да вот сейчас, говорит, еду сейчас к маме там навестить за город. Я говорю, о, ну классно, говорю, молодец, говорю, тогда возьми. Я говорю, а что, без книги, что ли? Он такой, да. Я говорю, ну вот возьми, пока поедешь, говорю, в дороге, чтобы тебе не скучно было, почитаешь. Вот, ну, спросил, какую он там брал, он сказал, веду. Я говорю, ну вот эту тогда бери, еще один шанс. Я говорю, как раз не скучно доедешь до родителей, почитаешь. Ну, рассказала ему про еще один шанс. Ну, он вдохновился, в общем, пожертвовал. Значит, такой счастливый. Вот, говорю, ну давай как-нибудь все-таки увидимся, приходи на программу. В общем, поехал такой счастливый. Потом еще запомнилась женщина, вот, и к ней подошла, показала книги, ну, сразу достала «Путешествие вглубь себя», ну, как-то рука так это, Кришна из сердца вдохновил. И она такая говорит, о, нет, я и так очень глубоко смотрю, ну, в себя, я говорю, о, ну, тогда это точно для вас, это уже, чтобы вам выйти на новую ступень, на новый уровень, вот, она такая, ну, не-не-не, говорит, я, наверное, не буду читать, в общем, начала какие-то там отговорки говорить, вот, я говорю, ну, как это так, нет, я говорю, это, ну, вам сама Вселенная дает, вот, у вас уже, ну, развито сознание, говорю, надо следующее уже, ну, что-то там ей там стало говорить, и я говорю, и говорю, вообще вот эту книгу написал вот этот святой монах, который сам достиг просветления и учит своим примером авторитетный метод, как легко и просто осознать себя, самое ценное, важное в жизни, осознать себя душой и правильно жить в этом мире, быть счастливым, тут, говорю, все прямо описано, вот, бхакти-йога, вот, и она такая, ну, вообще, говорит, да, все хорошо, говорит, ну, давайте, говорит, я в следующий раз возьму, мы увидимся, я тут часто бываю, я говорю, ну, можно, конечно, и в следующий раз, я говорю, ну, вам же дается знание, не просто так же, это знак, что сегодня вам надо взять, и такая, говорю, а вы не будете, говорю, потом, когда мы расстанемся, переживать и думать, почему же я не взяла эту книгу, что надо было взять, она такая на меня смотрит, говорит, ну, вообще, говорит, да, возможно, говорит, давайте, перевести, говорит, можно, я говорю, да, вот, ну, она, в общем, перевела пожертвованием, вот, вдохновилась, взяла «Путешествие в себя», поблагодарила, пошла, вот, я еще на программу пригласила, дала лекции послушать, говорю, если вот, ну, вдохновитесь, вот, она счастливая пошла, и вот еще запомнился парень, вот, тоже он, ну, студент, ну, читает всякие там научные статьи, вот, и художественные, говорит, любит. У меня как раз последняя книга оставалась про Прабхупаду. Я говорю, ну вот держи тебе художественную, она очень классная. Вот, тут биография одного монаха. Ну, в общем, про Прабхупаду там рассказала. Так, ну, он такой говорит, о, говорит, да, интересная тема такая. Говорит, да, вот вообще мне нравится биографии читать.
вот, разных личностей. Я говорю, это самая великая личность, ну, которую ты прочитаешь. Ну, прям я за 5 дней подряд вот просто прочитала эту книгу. Вообще ничего больше делать другого не хотела, кроме как читать и понимать, что там дальше происходило в его жизни. В общем, вдохновился тоже, пожертвовал. Говорит, я много не могу. Говорит, я студент. Ну, 200 рублей, говорит, нормально перевести. Я говорю, нормально, нормально. Вот. Ну, и говорю, если что, есть еще много фильмов по этой книге, по стопам Прабхупады снятым. Вот, можешь тоже посмотреть. Ну, в общем, вдохновился, записал себе. Вот, ну, такие небольшие истории. Хари Кришна, Махарадж, преданные поклоны. Спасибо за нектар Санкиртаны. Так, Лила Махини и Евгений, да, у нас остались еще. Хари Кришна, примите, пожалуйста, поклоны, дорогие махараджи, преданные. Ну, мне вообще нравится и читать, и смотреть про детство Шрилы Прабхупады. Особенно вот впечатляет то, что как вот он с детства, ну, его Кришна вел, и он уже с детства видел и чувствовал Бога. Вот, даже вот начиная с того, ну, с того момента, когда они запускали змея там воздушного, да, и молились даже Кришне о том, чтобы он помог в этом занятии. Вот, как он тут же откликнулся на то, что на его слезы, да, когда отцу не удалось купить, ну, заказать эту колесницу, вот, и он, и Кришна сразу ему послал, да, в виде вот этой матаджи. И очень-очень много как, таких случаев, когда просто я анализирую, думаю, не каждый из нас может похвалиться тем, поделиться, что с детства в его жизни, ну, в детстве каждого человека присутствовал Господь, если даже вот к нему даже божества уже пришли в детском возрасте. Вот. Ну, вообще я подняла руку для того, чтобы подарить вас, Махарадж, за вчерашнюю катху, такую, знаете, очень глубокую, проникновенную вот, в пространстве Видалайф. Вот, мне так она, меня так тронуло, вот то, что вы говорили, особенно вот последний ваш пример про преданного оскорбителя. Ну, в общем, не знаю, как-то вот я всю оставшуюся часть дня вот ходила, погрузилась вот в то, что вы говорили, как-то, не знаю, все внутри во мне перевернулось. Вот, поэтому хотела сказать вам огромное спасибо. Вот. Хотела сказать тоже спасибо всем преданным за то, что делитесь историями Санкиртана. Я не знаю, я могу часами смотреть там, да, вот эти вот нарезки все в интернете про истории Санкиртаны, но вот то, что вы вживую рассказываете, это очень-очень вдохновляет, прям очень трогает сердце. Вот. Особенно Матаджи Вишакхи Каруны. Я вспомнила, что я присоединилась, посмотрела по своим сообщениям, присоединилась к вашей санге осенью 2021 года. И, в общем-то, честно говоря, мне я приходила для того, чтобы послушать вот истории Матаджи Вишакхи Каруны. Мне так это нравилось, и прям так захватывало. Вот поэтому очень вам благодарна, Вишакхи Каруна, за ваше доброе сердце, открытое такое, знаете, за ваше сострадание к людям. Я не удивлюсь, если когда им в будущем книгу напишут с вашими историями, вот, потому что меня это очень как-то вдохновляет, и, в общем, я вам очень-очень благодарна. Хари Кришна. Спасибо, Лима Синя. Так, Евгений и Сакикара. Хари Кришна, Гуру Махарадж, Хари Кришна преданный. Ну, мне сегодня запомнилось действительно, вот насколько детство Прабхупады оно повлияло и на его характер, и на его будущее. Особенно отец, насколько важно, получается, родители, влияние родителей, собственный пример. И даже сама обстановка, вот как бы сегодняшняя обстановка, даже в нашей стране, как-то ну, не соответствует тому, что было раньше, что вот он ездил на велосипеде, это город большой, и он там все, мы вон там в Ростов ездим, тоже там бывает, и дочь мы с трудом боимся выпустить на улицу одну, потому что ну, 11 лет ей, и у нас такое не очень доверие к обществу, что у нее там будет все хорошо. А вот
Абхай мог спокойно ездить на велосипеде, да, далеко там путешествовать прям по городу. Это, ну, действительно, время и место, обстоятельства сильно поменялись сейчас, очень сильно. Ну, еще хочу сказать, что у нас завтра преданные воодушевились провести такую Харинама Санкиртану. У нас есть места на природе, где люди в выходные массово двигаются, там водоемы, они купаться, все. И вот на завтра планируется, собирается большое довольно количество преданных, ну, порядка 30 человек, там несколько физгармошек, мриданг, чтобы там на природе, где люди вот это отдыхают, приглашают знакомых, друзей своих, просто посторонних, провести большую как бы харинаму, попытаться там распространять книги. Это же вроде как, ну, более спокойная обстановка, не городская, да. И даже я вспомнил сразу, что мы имеем же возможность печь любимое блюдо Прабхупады качори. И сегодня мы начинаем готовиться. Порядка на 100 человек качори будем эти печь для того, чтобы там распространять. Вот, преданные как-то воодушевились на такие действия. И приедут тоже с разных мест, с Ростова, вот, с Таганрога преданные приедут. На воскресенье планируется тоже опять харинама, санкиртана, приедут преданные с других мест участвовать. Программа будет. Поэтому как бы, просим ваше благословение, чтобы у нас все это получилось, чтобы остались хорошие самскары у всех, потому что, скорее всего, будет очень много новых людей, ну, которые там будут присутствовать вокруг. Поэтому благословите Гуру Махарадж, чтобы у нас все получилось. Харе Кришна. Харе Кришна, да, хороший вам. Санкиртан, и постепенно Каменск превращается в центр санкиртана. Яги со всех мест туда съезжаются. Спасибо. Сакикара. Хари Кришна, я тоже вчера смотрела передачу Вита Лайф, и мне очень запомнилось, как вы сказали, как вы поддерживаете дух там Кирсана. Вы сказали, что вы всегда стараетесь пообщаться с теми людьми, хотя бы с одним человеком, который, может быть, есть, который выходит на санкиртану. Да, вот это очень сильно вдохновляет, когда общаешься с преданными, которые выходят на санкиртану. Вчера у меня вышла по интернету школа санкиртана, вот, и я начала смотреть вот эти ролики Махавира Прабу, там, как на санкиртану выходит, и вот они это все записывают видео. У меня вот такой вопрос. Вы, когда вы говорили о онлайн-школе санкиртаны, она отдельно идет каким-то курсом, или это именно то, что вот я вчера смотрела, как они записывают, как распространяют преданные книги, как они общаются, что они говорят, ну, как правильно себя вести с преданными, ну, с людьми, или это отдельный какой-то есть курс? Вот они, да. Они делают ролики, записи лекций, семинаров, преданные прослушивают, потом практикуют, и потом обсуждают, что получилось, что не получилось. То есть у них вот потом встречи проходят в Zoom'е, и обсуждение происходит, что можно улучшить, как сделать и так далее. Вы знаете, вот, ну, извините, что я вас как бы спрашиваю об этом, просто не знаю еще кого спросить. Я вот, мне не получается как подписаться или попасть именно вот в эту школу. Кому лучше обратиться? Ну, вот из нашей группы у нас участвуют в этой школе, наверное, Олег, да, с Полиной? Они Олег? Могут подсказать. Я тоже чувствую. Ага. Анатолий. Да, Анатолий тоже. В общем, у нас тут многие участвуют. А как можно? Могут... Спасибо большое, Хари Кришна. Ну, то есть вам нужно, видимо, номер Махавиры Прабу и с ним связаться. Так,
Все, да, у нас или еще кто-то хотел? Все, наверное, да, сегодня. Сегодня у нас пятница, начинается установление божеств. Я сейчас попробую видео включить, если в результате интернет не оборвется, покажу, что там в эти... Вся команда из Индии приехала, 10 браманов готовят сейчас там вместе с Вишнуратой Прабу, Ягьякунду, и вообще всю эту церемонию готовят. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Мы там дальше знали, что там на выезде мы делали. По старому регулярно, других нету. Мы Марина. Вот идет подготовка во все. Будет 3 дня будут проходить церемонии, киртаны, катха. Вот. Ну и у преданных здесь наконец-то пошла тоже санкиртана. Они поделились результатами. В январе у них ушло 60 книг, потом в феврале там 150, в марте 200, и вот сейчас последний месяц 760 книг у них ушло, то есть как-то пошла санкиртана. Ягья. Угу. Шримад Бхагаватам мы продолжим понедельник. Ну, наверное, давайте также на 7 часов наметим. У меня будет переезд в Кемерово. Посмотрим. Как там удастся подключиться? Грандарачи, Шрила Прабхупада, Лиламрита, Кичай. Вся слава собравшимся преданным. Харе Кришна. Спасибо большое. Мадхаджи Таруни у нас тоже, да, проходит сейчас в больнице, да, поэтому не подключается, да, для чтения, но продолжает нам помогать в администрировании. Так что нужно ее благословить, чтобы она побыстрее тоже выписалась, да, оттуда и продолжила. Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна. Хороший.